Мне сегодня приснился сон ночью. Я спал, и мне приснился сон, как я на Мальдивах плаваю, рыбок вижу. Все вот это плаваю. Вот прошел час, я поплавал час, потом пришел на песке. Песок там, замок строил, потом пошел в гостиницу, там было очень хорошо. И, короче, мы были на Мальдивах. Потом я просыпаюсь и вижу свою комнату, обычную комнату. Думал, что я уже на Мальдивах, уже обрадовался. А там была обычная комната, и это оказался сон. Да ладно, вот это да. Эх, мечтаешь про Мальдивы? А отпуск не скоро, да? Скоро. Ну ладно. Всем привет, это Папин музей. 4 олимпийских медали. А вы знали, что у папы 147 золотых медалей, 17 серебряных и 3 бронзовых? Что? 3! Это папины шурупы. Мой папа был герой, что катался с этими шурупами. Но один из 4 шурупов сломался. Они были у моего папы в спине. Представляете, насколько мой папа герой? Тут тоже медали. Это награды все по моего папы. А вот чемпионата России награды, медали. И от Владимира Владимировича Путина, и от правительства. Тут много всяких наград и кубков. Маленькие папы. А это маленькое количество мишек. У нас таких мишек есть 1000. Тут много картин моего папы. У нас скоро в Москве откроется музей, где будет и картины, все про фигурное катание. Класс!